Здравствуйте! Вы на канале Кулинарные истории. Сегодня готовим салат фунчоза. Для этого нам потребуется рисовая вермишель, огурец, морковь, перец болгарский, редька. Итак, приступаем! В объемную емкость мы помещаем рисовую вермишель и заливаем ее крутым кипятком. Вот так мы это делаем. Заливаем кипятком крутым. Друзья, вермишель мы хорошо погружаем в кипяток на 5-7 минут. Прошло, друзья, 5 минут. Мы лапшу откидываем на дуршлаг и хорошо промываем холодной водой. Я хорошо промыла вермишель холодной водой, кипяченой холодной водой, и поставила в дуршлаге, чтобы вермишель стекла, чтобы вода с нее стекла. Пока вода стекает, мы начинаем натирать овощи. Первое, редьку натрем на терке. Далее, друзья, мы в салатник поместили вермишель. Теперь нам нужно залить соус чим-чим. Далее в лапшу я высыпаю огурцы, редьку, морковь и немного для красоты красного перца. А теперь все тщательно нужно перемешать. Все, друзья, я хорошо перемешала. А теперь салат должен постоять в холодильнике, ну, хотя бы час. Вот какой он получился. Друзья, готовить со мной легко и вкусно. Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. А я, Людмила, на этом прощаюсь с вами. Пока-пока. Будьте здоровы!